Дана Kids TV. Привет, ребят, меня зовут Дана. Привет, ребята, а меня зовут Машенька. Дана, у меня для тебя сегодня подарок. Я знаю, что ты давно мечтала о собаке. А, неси сюда. Ого, это чичуак. Красивая чичуак. Давай ее скорее открывай. Давай. Распаковываем. Смотри, Дана, я распаковала ее. Вот она какая. Ой, какая милая. Маша, спасибо. Пожалуйста, доставай ее. Ой, давай же поскорее с ней играть, Машенька. О, смотри. Ух ты, у нее есть кофточка. Ее даже можно раздевать и одевать. А давай будем ее учить командам. Давай, то есть сейчас надо ее одеть. Вот. А у нее в сумочке есть зеркальце. Как классно. Я убиваю кофточку в сумочку. Правильно, Даночка. Да. А теперь давай дрессировать нашу чичилав. Давай. Ну, подружка наша новая, сидеть. Ой, смотри, Дана, она села. Какая умная. Хорошая собачка. А теперь стоять. О, какая ты умница, если команды понимаешь. И даже гавкаешь. Обнимашки. Обнимашки. А я спрячусь. А я спряталась в сумку от чичила. Она меня видит. Это твоя новая подружка? Зову-ка я ее подружка. Какое хорошее имя для собаки. Ведь собаки наши лучшие друзья. Ребята, а какое домашнее животное есть у вас? Напишите в комментариях. И поставьте обязательно лайк нашей чичилав. Ой, Дануля, кажется, нам пора идти гулять. Давай соберем чичилав на прогулку. Давай. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Всем пока. Пока. Обязательно подпишись на канал. Нажми вот эту кнопочку. И выбирай, что будем смотреть дальше.